Путин начинал всю эту бодягу разговорами о том, что НАТО представляет ужасную угрозу, поэтому надо нанести упреждающий удар в Украине. В результате он получил плюс две страны НАТО, и теперь он делает вид, что ничего особенного не происходит. Вот эта история, вот эта информация его как-то заставит задуматься? Нет. Нет. Он едет дальше? Он вынужден, он обречен идти дальше, потому что такая модель, которую он строит, опирается на несокрушимый образ вождя, который всегда побеждает. Это то, что в политике называется харизма политическая. Она строится целым хором специально обученных льстецов. А в нашей истории это называлось культ личности. Он должен быть победителем. И даже если он проигрывает, он должен смотреться как победитель. Потому что других институтов политических у нас в стране нет. У нас есть один институт, называется В.В. Путин.